В первую гимназию закупили дополнительную партию рециркуляторов. Ранее их ставили только в кабинетах профильных предметов, где классы сменялись по несколько раз в день. Теперь же приборы установили во всех кабинетах, а также в пункте питания и спортзале. Позавчера мы получили большую партию рециркуляторов, 62. До этого у нас было 20 рециркуляторов на два здания, теперь мы получили еще 62. Итого в первой гимназии на сегодняшний день имеется 82 рециркулятора. Аппараты также работают в рекреациях и библиотеке. Учебный процесс устроен так, чтобы не перегружать гимназию. Очные и дистанционные занятия меняются по параллелям. На удаленном обучении у нас находятся 7-8 классы. И с понедельника мы их меняем. 9-11 классы уходят на удаленную форму обучения. 7-8 возвращаются в школу. Я должен сказать, что заболеваемость не возрастает. Вот на сегодняшний день у нас всего один класс на карантине, 4-й А. Во все школы Ульяновской области поступают рециркуляторы. По результатам проверки, инициированной губернатором, выяснилось, чтобы закрыть потребность, необходимо закупить 9 тысяч приборов. На их покупку из областного бюджета выделили более 80 миллионов рублей. И уже вторую неделю идет поставка в образовательные организации. По состоянию на утро сегодняшнего дня я имею информацию, что более 5000 штук уже поставлено в образовательные организации, и сразу незамедлительно они как бы укрепляются на стенах кабинетов. До Нового года все образовательные организации обеспечат рециркуляторами. Виктория Чиркова, Юрий Ломатов, новости Улправда ТВ.